Und dann gibt es die andere Tendenz, dass man ganz nah schaut, was vor der eigenen Haustür oder eben zu Hause geschieht. In diesem Spezialprogramm Private Space, was Alexander Marco kuratiert hat, geht insbesondere der Blick heim in die Intimität und sucht zu Hause etwas Universelles. Да, и в этой специальной программе будете две главные тенденции. Первая тенденция – это снимать за границей Швейцарии. Например, у нас будет фильм «Мечта мамаш», который снят в Индии. А также вторая тенденция – и фильм «Тандас», который снят на Кубе в международном конкурсе. Вторая тенденция – это снимать фильмы о самом близком. Я был весьма удивлен, что швейцарские кинематографисты снимают фильмы о своих родителях, в том числе 60-летний. У нас есть фильм, который называется «Сад отца любых моих родителей», который снял 60-летний режиссер о 90-летних родителях и их конфликтах, которые, на его взгляд, присутствуют, так сказать, до сих пор. Он узнал себя ребенком, и сейчас он видит, наблюдает за жизнью своих родителей, становится к ним с одной стороны ближе, а с другой стороны отдаляется. Это очень интересная картина, очень всем рекомендую.